в этом сезоне. Один матч.
Приветствуем всех.
команды начинают эту игру. Поехали. Хюнтела. Такие передачи придают атакам остроты. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Месси. Отлично сыграно, надо решать. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Все верно, края надо чаще задействовать. Партнеры поддерживают эту атаку. Да, Силва. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча у них. Хюнтела. Карасо. Это может быть опасная атака. Голкипер забирает мяч. Месси. И как опасно пробил. Момент. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Йо Куаси. Пока неплохо. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Хюнтела. Грамотный пас, все по делу. И это удар! Относительно легкий мяч для вратаря. Судья показывает на угол поля. Мяч летит в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Месси попадает под прессинг. Йо Куаси. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Нет, не дошел этот пас до адреса. Иванович. Это может быть опасно. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Браво. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. На этом атака окончена. Офсайд. Месси. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Рамос. Может получиться интересная атака. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Хюнтела. Тут силовая борьба. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку.
Ибрагимович. Тут может что-то получиться. Месси. Судья позволяет продолжить. Ибрагимович. Удар. Момент для удара. Гол! 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 Что ж, позволив сопернику выйти вперед, команда ставит себя в трудном положении. А я напоминаю, что для чемпионства в этой игре ей достаточно будет ничейного результата. 1-0. Сейчас будет веселее. Браво. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Да Сильва. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Рамос. Месси. Ибрагимович. Это может быть опасно. Удалось прервать эту проникающую передачу. Оказалось, это был почти гол. Хюнтела. Плохо сыграно. Мяч потерян. И вперед он идет. Попытка с дистанции неудачна. Очень уж далеко было до ворот. Игра остановлена. Будет угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Выше ворот. Хороший удар головой. Он удачно выбрал момент и прицельно пробил, как казалось. Но мяч в створ ворот не попал. Ибрагимович. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Пас на ход партнеру. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Карасо. Уходит команда. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Месси. Пока неплохо. Удар. Вот это удар. Опасно. Гол. А ведь перед матчем казалось, что титул у них почти в руках. Но соперник взял и перевернул все с ног на голову. И теперь им необходима предельная концентрация, чтобы отыграться. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Хюнтела. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Иванович. Хюнтела. Очередной точный пас в его исполнении. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Соброс вперед. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И подача туда, в сторону ворот. Защита первая на мяче. Вынос. Карасо. Хюнтела. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Хорошая возможность доставить мяч в штрафную. А там уже побороться. Карасо.
Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Очередная потеря. Иванович. Может получиться интересная атака. Не дает добра. Какой удар! Штанга! Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Проходит передача. Что он придумает? Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Карасо. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Это может быть опасно. Хюнтела. Отличный пас. И пробил. Мяч в воротах. И это гол. Резкий, короткий удар. Не берущийся и точный. Ну что ж, камбэк может состояться. Снова лишь один мяч разделяет команды. Серьезно уступала одна из них, а теперь подобралась к сопернику вплотную. И тут все может измениться за какие-то секунды. Вот это серьезный поворот. Это дополнительный сюжет нашему матчу. Просто невероятный перехват. Яо Куаси. Хороший пас на ход. Получает он эту передачу. Может быть опасно. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Хюнтела. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тут защита справляется с потерей мяча. Хюнтела. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч за боковой линией. Отобран мяч, надо возвращаться. Яо Куаси. Хюнтела. Тут пас на ход партнеру. Ни к чему не привел навес, мяч у защиты в итоге. Будет угловой, и это шанс создать что-то у ворот соперника. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Ближней штанги Нави. Мяч переправил вратарь через перекладину. Будет угловой. Такой сейф можно бесконечно смотреть. Потрясающая игра голкипера. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Это удар! Великолепное спасение! Могли они уже сравнять счет на последних минутах игры. Удар-то был с ближней дистанции, но какая реакция. Отличный матч мы сегодня смотрим. Претендентам на титул нужно теперь рваться вперед и забивать, если, конечно, они хотят его получить и продемонстрировать нам настоящий спектакль. Посмотрим за этой атакой. Защита надежно играет, мяч отобран. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Иванович. 6 минут осталось сыграть во втором тайме. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Времени мало остается, но случиться в этой игре может что угодно. А было опасно, точнее сказать, напряжен. Это может быть опасно. Эвра. Выпустил мяч за боковую в безобидной ситуации. Яо Куаси. Это может быть опасная атака.
Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Хюнтела. Неплохой заброс вперед. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Заражить нужно мячом, а не дарить его соперникам. И заканчивается эта встреча. Очень жаль, что не удалось им выиграть титул, а ведь он действительно... Относительно легкий мяч для вратаря. Ибрагимович. Удар! Момент для удара. Вот это удар! Проходит передача. Что он придумает? Может получиться интересная атака. Не дает добраться. Какой удар! Хюнтела. Отличный пас. И пробил. Мяч в воротах. И это гол. Ну что, вместо подачи тут пошел как в ближней штанге на ветке. Мяч переправил вратарь через перекладину. Будет угловой. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Мяч. И это удар.